Всем привет, это продолжение моей партии в Sid Meier's Civilization 6 на 10 человек, в которой я играю за Рим. Если вы начинали просмотр не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Все-таки всегда лучше знать, с чего все начиналось. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к этому видео. Ну а тем, кто видел начало, приятного просмотра. Япония, мне тут мой шпион сообщил, что ты принял политический курс «Принудительная вербовка». Так. Чему бы это? Вербую всяких разных. Но это 100% к производству военных морских юнитов. Ну, он у меня давно уже стоит, вообще-то. Ну, вот мне только сейчас об этом сообщило. Ну, я просто сменил на коммунизм, видимо. А не много ли у тебя военной мощи? Мало. Еще и ацтек военную мощь наращивает. Все это как-то подозрительно. Mr. Watson, come here. I want to see you. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
это самый классный ученый. Великий ученый. И он достался мне. Озарение для всех тех информационной эры. Войну Стокгольму? О, Перикла больше нет. Вот мы и остались вчетвером. Нас было 10. И осталось нас четверо. Самые стойкие. Ну а чё, тут от ГГшек больше смысла нету. Можно и захватить. Кабул кто атакует? If God had really intended men to fly, У меня есть предложение сделать на 160-м ходу сейв и последние 30 ходов отложить. То есть это 1.5 часа как минимум. Как вы на это смотрите?
Я не против. Без разницы. Не против. То есть на 160-м ходу сделаю сейв. Окей? И договоримся, когда продолжим. Кто Иерусалим захватил? Иерусалим кто-то захватил. Я понял. Чего это он тебе так мешался? Что и... Стокгольм будешь захватывать? Ну, он уже почти упал. I'll be back. Water and air, the two essentials on which life depends, have become global garbage cans.
Блин, и Лиссабон побежден. Атомная подводная лодка, да? Не зацикливайся на лодках подводных. Тут вариантов уйма. Ну, надо еще добыть до меня, как бы, захватить город. Мало кинуть ракету. Ты понимаешь? Ну, я не знаю, что ты решила, что я вообще на тебя буду ракеты кидать. Типа не будешь, да? Не знаю. Тут все непонятно. Все зависит только от тебя. Мы можем опять же мир там на 15 ходов заключить. Холмы. Схвачен шпион Бразильской империи. A people without the knowledge of their past, history, origin and culture is like a tree without roots. Так, я в начале следующего хода делаю сейв, имейте в виду. Чё ж вы все ГГшки-то выносите?
очки дают, так-то. Не, ну вот видите, тут же нету его вверху. Странно. Портрета. Так, ну у нас 30 ходов осталось, имейте в виду. Так, пригород, бани. Тут все это нафиг не надо. Писатель, музыкант. Промышленная зона, инженер есть, да? Так объявляет войну Еревану. Чем там тебе Ереван не угодил? Так, тут растет, растет. Ага, тут пригород достраивается. Здесь на рост поставим. Все растет пока, отлично.
Так, что у нас с победой? На первом месте японец по очкам. Я на третьем. Ну, культурой вряд ли. Поленке побежден. There's so much plastic in this culture that vinyl leopard skin ballet projects a fragile kind of strength and a certain inflexible precision. Нет, пока в принципе оставлю так, как есть. Японец. Давай мир подпишем. Кто спрашивает? Бразилец. Давай. Напишешь? Да. Слушай, а тебе не кажется, что японец побеждает по очкам? Нет, бразилец побеждает по очкам. Ну хорошо, тогда наоборот. Бразилец побеждает по очкам. Вы сейчас подпишете мир и не можете ничего другу сделать. Ну, мир же закончится через 15 ходов. Возьму, наверное, к жилью. Да, чё-то не успеваю я за три хода, ой, за три минуты походить-то. Мне надо тоже что-то захватывать. Кого это еще вынесли? Ереван, ацтек.
Видимо, это уже лишний караван. Вообще не буду удалять, пускай висит. Так, а эсминец у нас во что апается? А, уже ни во что. Очень долго думаю. Так, где у нас какие руины? Вот, например. Ну, тут свой будет археолог. Забавно, в этой игре у меня даже химия не открыта. Так, гавань полностью построена, фабрика тут. Так, надо купить... Надо купить... А, электростанция тут строится. Ого, 15 ходов. А в Риме? В Риме All material things seem to have been composed of the sports do not build character, they reveal it. Пока ничего не буду менять.
Во Франкфурте. Ну вот, шпиона убили. Что, и Женеву захватили? Так точно. Бразилец, куда поехал? Не к тебе, не бойся. И не к Торонто. У меня там пост территории не исследовано. Всего два типа великих людей осталось. План простой. Построить термоядерки, скинуть на японские эти города, их захватить и за счет этих очков победить. Как раз они к концу игры будут, ну, ядерки у меня. Блин, что такие притормаживания нехилые. Слушайте, у вас игра тоже притормаживает или? Да, да, есть такое, у меня не ставится сейчас в производство. Да, точно такое же. Все, поставилось. А, блин, тут... Так, порт строился, а не электростанция. Электростанцию я тут куплю. Больше священных мест у меня нигде нету, да? Так, давайте-ка мы тут
Купим стадион. Так, ну тут с удовольствием стадион вроде должен будет разобраться. У нас две ГГшки, да, осталось? Или сколько? Ну, я три вижу. Три ГГшки осталось. Так, надо вообще проверить еще, все ли я проапгрейдил, все ли юниты апнул. Ну вот, броненосец есть. И полевая пушка. Так, а полевая пушка где? Что то, что другое нафиг не надо. Ладно, давайте в Занзибар отправим. Но у меня нету коммерческих районов вообще. То есть я какие-то бонусы не буду вообще получать.
22 хода — это уже много. Напоминаю, конец игры на 190-м. Давайте ракетный крейсер чисто построим. Так, еще раз проверю. Пехотинцы апнуты, пулеметная рота апнута. Атомная подводная лодка одна. Что у нас тут по культуре? Не, ну, вряд ли. Тут возможно победить. Кто у меня тихий вообще прет? Вы что, кто-то еще не полностью все открыл, все технологии? Не полностью. Серьезно? Серьезно? У меня еще 9 тех не открыто. Ну там самые важные остались, конечно. Ну, нет, ну, почему бы и нет? Они тоже дают очки. В кумы посадил. Ну ты. У нас со счетом. Ну, не то чтобы я далеко. A satellite has no conscience. Men, their rights and... Пожалуй, коммунизм оставлю, а вот тут я карточку специально открывал. Новый курс. Так, нужна ли мне тут культура? В принципе, я думаю, что уже нет. Вот это тоже уже нафиг не надо. Вот. Стадионы плюс одно счастье производят. Это хорошая штука. Хорош, у меня варваров плодить. Тебе варваров кто-то плодит? Кто-то плодит. Ты в каком городе? И, да я схожу посмотрю. В Нагое. Не вижу.
The Pantanal is the most complex intertropical alluvium. Ой, тебе, смотрю, тебе с чудом японец офигенно повезло. Пантанал прям очень неплохо, я думаю, тебе. Вот откуда у тебя культуры столько. Я говорил, что у меня чудо есть. Я помню. Ну, оно такое, конечно. Нормальное. Не самое лучшее. Ну, тут в шестой циви чудеса прям не настолько крутые. В Брюсселе археологический музей. Я тут построил. А, куплю археолога. Я карточку поставил на плюс 100%, поэтому у меня водные юниты намного быстрее строятся теперь. Это у тебя за англомерация юнитов около Такамацу. Все нужные, да? Дефит. Что? Позиция. Дефит позиция. А-а-а. Ну, по идее, если я вот сюда брошу ядер, то и город заденет, и вот этих всех юнитов нафиг снесет. То есть их не будет просто. I love watching my mom argue. I love watching my mom argue with the GPS on the way home. Ну, где еще какие
Руинки, вот руин. А, ну вот. Нормальные места. Так, глянь сделку. Так, ну эти все чудеса будут очень долго строиться. И бразилец. Так, ладно. А мне сделку. Я ничего не тоже кинул. Ацтек, я тебе тоже сделку кинул. Да хорош, ну слышите? Все клетки обработаны. Не часто такое увидишь в шестой ЦИ. При попытке похитить ускорение был убит шпион из Бразильской империи. Я думаю, это повод объявить ему войну. Я не возражаю, объявляй. Я с ним в дружбе. Два хода. Ты должен его наказать за это. Через два хода объявишь ему войну. Скоро там ядерный апокалипсис начнется, я не понимаю уже, что там. Сколько у вас ракет уже, скажите? У меня 8. А у тебя? Прям так и поверил. У меня 1. Смысл спрашивать, если ты не веришь? Тебе вот говоришь, а ты не веришь. Many, many rules had begun to bend at the hand of nanotechnology.
переключаю все на производство, чтобы оно быстрее делалось. Там, где меньше 30 производства в городе. Там, где меньше 30 производства в городе, нету смысла ставить ракета, чтобы строилась. Ну, не знаю. Просто 173, да, мы до 90-го хода играем. То есть, если... Ну, вот 17 ходов. Бессмысленно. Абсолютно. Все, как раз на 170-м. Так, тут строится. Тут меньше 30. О, вот здесь бессмысленно. Я ракету поставил. Ну, какая-то что... Ладно. Играйте в умные игры, на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится на канале завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.